Французская меренга считается самой простой в приготовлении, она же является основой знаменитого торта Павлова. Сегодня я расскажу вам, как приготовить французскую меренгу у себя на кухне. Смотрите. Поделюсь с вами небольшими секретиками, а именно, как выпекать французскую меренгу. Итак, если вам по душе печенье безе с хрустящей корочкой и мягкой серединкой, выпекать отсаженные заготовки нужно в предварительно разогретой духовке при 140-150 градусах 4-5 минут, после чего температура снижается до 60 градусов и безе готовится еще примерно 15 минут. Если же вас интересует классический вариант, то сушите безе при 90-100 градусах 1-1,5 часа. Список ингредиентов в конце видео. 1. Подготовьте продукты. Белки не нужно заранее охлаждать или греть, меренга отлично взбивается с любыми белками. В некоторых рецептах меренгу делают на сахаре, я считаю, что лучше всего все-таки пудра, тогда в готовых меренгах не будут попадаться крупинки сахара. 2. Отделите желтки от белков. Как правило, сахарной пудры используется по весу вдвое больше, чем белков, 2:1, то есть, если один сырой белок от среднего куриного яйца весит 25-30 граммов, то сахара необходимо ровно в 2 раза больше, 50-60 граммов. В белки влейте лимонный сок и положите половину сахарной пудры. Начинайте миксером взбивать массу от минимальных оборотов, постепенно добавляя, переходя на максимальный режим. 3. Когда масса станет уже белой и блестящей, время взбивания 4-5 минут. Начнет уплотняться, положите вторую половину сахарной пудры и взбивайте еще 10 минут. 4. Готовая меренга блестящая, густая, плотная, без комочков, отлично держит форму. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Застелите противень бумагой. У меня она закончилась в самый интересный момент, я отсадила на силиконовый коврик. Да-да, на них тоже можно сушить или выпекать. Отправьте меренги в духовку на час, температура 100 градусов. 6. Готовые меренги снимите с коврика, пробуйте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Яичный белок, 2 штуки, сахарная пудра, 120 грамм, лимонный сок, 0,5 чайных ложки, количество порций, 30. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи, друзья, заходите.